Итак, друзья, на такую рекламу Рутуба наткнулся. Реклама Рутуба стала значительно больше в последнее время. И, соответственно, давайте прочитаем. Пора вспомнить пароль. Друзья, у них есть самоирония. Это, может, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, QWERTY. Соям, Рутуб 1, паспорт. Значит... В последнее время Рутуб действительно чаще начали рекламировать, но к минусу, к великому минусу, это я сейчас, прошу прощения, удалю, ничего, в общем-то, не изменилось. До сих пор не показывают ничего новенького. Ну, короче, до сих пор не показывают количество просмотров. До сих пор просмотров крайне мало. До сих пор люди не идут в Рутуб, несмотря на то, что ряд, значит, блогеров популярных, таких как Дружи Обломов и другие там, еще вот только что видел, значит, еще одного. Значит, они переходят, конечно, сюда, но до сих пор Рутуб не становится популярным. Ну, вот так сложилось. Рутуб не популярен, потому что там, где есть цензура, там, где есть... Ну, кстати, Ютуб тоже с цензурой еще какой, да? Ну, с такой скрытой, да? То есть, а в Рутубе в 2009 году они просто удаляли всех, кто им не нравится, подряд. Абсолютно всех. Ничего никому не объясняя. Ну, кстати, этим Ютуб то же самое, тем же и сейчас занимается, в общем-то, Ютуб. Вот. Тогда это было весьма не свободно относительно Ютуба, и, соответственно, все ушли. Из нововведений вот только вот этот Рутуб Ньюс, по сути, текст, да, текстовые такие новостные, значит, сообщения, небольшие посты, и они действительно, ну, как бы пытаются быть типа как дзен. Вот и все. А в остальном все то же самое, мало просмотров, в основном каналы и мало блогеров популярных, просто, а вот Гордей, вот еще один, да. И люди, в общем-то, к сожалению, не смотрят. Ну, вот так вот. Всем пока, вот такое, такая ситуация. Но рекламы много. Ребят, если у вас есть много денег на рекламу, внесите деньги в улучшение контента, в увеличение просмотров, в то, чтобы, как Яндекс Эфир, постоянно было много здесь просмотров, и, значит, и очень много блогеров, не один, не два, не три, а больше. Это, естественно, надо вложения делать, это пока не происходит.